Ладно. Если наткнемся на блокпост, будь осторожен. Окей. Как на уток охотиться. Не думай об этом. Так, вот наш пиротехник. Что-то надо подняться к тебе? Ну давай, давай. Никогда не поздно стать тем, кем тебе хочется быть. Ночка будет жаркой. Если ты способен выдумать что-то, ты можешь сделать это. Уолт Дисней. Я Карл Великий Виктор Башоу. Но если это длинновато для повседневной жизни, зови меня Акула. Это моя адская вечеринка. Здесь я могу быть самим собой, вдали от глаз свидетелей, надзирателя или других легавых, таких как ты. Круто! Давай сюда! Я как раз хотел поставить музон и замутить барбекю. Я просто отвлекся, чтобы прибыть тебя базарить. Это моя адская вечеринка. Здесь я могу быть самим собой, вдали от глаз свидетелей, надзирателя или других легавых, таких как ты. Здесь мне ничего не грозит. Я могу дать волю пламени и беспределить без штанов. Пока я еще в них, но мало ли что случится в ближайшие минуты. Моя аппаратура может разгонять до 110 децибел отборного музла. Но от этой музыки ангелы начинают носиться как бешеные. И я не знаю, нравится она им или нет, но отвечаю, выглядит очень прикольно. Не парься, эти ангелы уже покойники. Я просто помогаю им попасть в диско-рай. Хочешь со мной? Будет весело. Обещаю, я никому не скажу. Штаны надевать не обязательно. Я врубаю музыку и огнеметом заставляю их танцевать. А ты возьми... Не знаю, да все что угодно. Сожжем их всех к чертям. Прикольно. Ну давай. Начинаем. Так, слышу их крики. Они разозлились! Кажется, они не любят диска! Ой, далеко. Далеко, далеко. Хорошо. Отлично. Довольно красочно. Выходит наша битва. Где кто? А? Вот это вечеринка. Берегите природу, мать вашу! Так, знаешь что? Я страх как устал. Сейчас приглушу. Отдохни чутка. Уже что ли? Минуты не прошло. Что-то там сломалось. Что за? Отсюда не хрен. Твою мать! Сломалось! Я могу вырубить музыку. Они сейчас все сюда приплутся. Выруби колонки, Миша! Живо! Как это выбегает все? Поняла! А что их же? Им же не бесконечно. Еще один. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Блин, что ты хрен до хрена. Может, их поубавить? Пробраться к выключателю. Ой-ой-ой. Противник. Ясно.
Чё, всё, ну, видимо, ни хрена, ладно. Долго до меня доходило. Ну, ладно. Будем бегать и вырубать. Сейчас они ко мне будут лезть. Опа, уже лезут. Ребята, нет, тут только моя вышка. Вижу врага. Ребята, тусую и все такое. Вас я не звал. К бою. Я вас не звал, идите нахуй. Сейчас все быстренько порешаем. Эти простаки тут тоже прибежали. Тихо-тихо-тихо, ребята. Ты гнида, блин. Моя тачка. Черт, у меня стреляют. Вы мрази, всем дохнуть, срочно. Так. Отправляйся, это все. Спасибо за это, фига на подбегу. Ой, о чем мы говорим-то? Че? Ой, я тоже говорю. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Оп, наши тачки, пипец. Тебя спасли. Ладно, иди там разбирайся с этим дерьмом. Сейчас я тебя покину. Видимо, этот дебил сам-то не может выключить. Хотя рядом стоит. Меняю позицию. Как я не... Сейчас. Где моя снайперша? Доверенность. Помоги мне! Я ранена! О, все. Круто вышло! Вот бы все копы были как ты! Что сказать, амиго? Между нами с тобой прям искры бегают. Мы... Да, мы команда. Ладно, проваливай. Будешь развлекаться с ангелами, зови. Ладненько. Что ж. Собрать боеприпасики. Ты молодчина, салага. Но Вера не терпит неповиновения. Говорят, реку уже патрулируют вооруженные сектанты. К тому же она пустила в ход верных, самых матерых бойцов секты. Будь начеку. Туман сгущается. Он вызывает галлюцинации. Смотри, не надышись им. Иначе кончишь, как маршал. Привет. До связи. Че там с маршалом-то? Ты вообще конкретно нанюхался, что ли? Если бы я получал хоть пару центов каждый раз, когда акула обламывается с очередной своей выдумкой, я бы стал миллионером. Впрочем, он отличный боец и не любит сектантов. На безрыбье рак рыба. Если вертолетчики ёбаные. С ними, конечно, попроще, чем с самолетом. Ты казат. Люди просто забыли. Греция, Рим, древний. Ты чё, зачем помешал? Будь осторожнее. Блин. Нужны потрошки, нужны.
красиво, да? Угу. Так он натурально выглядит, а? Молодцы, это молодцы. Это место, как будто из металлюжного клипа 80-х. Пахнет горелым. Ну да. Должно быть акула. Похоже. Ладненько, так, ничего нет, да? Ладно, пока я продолжу зачитывать вам отрывки из моего, ну, синопсиса. Короче, в предыдущем видео я это все уже объяснил. Если не знаете, о чем я, если вы не видели предыдущий ролик, посмотрите. В общем, продолжаю зачитывать то, что написал я. Думаю, здесь есть припрятанная... Мои наблюдения о нынешнем мире таковы. Мои физические и умственные параметры значительно выше, чем у подобных мне, окружающих людей. Никто точно не знает, что произошло, но существует теория, что упал немалых габаритов метеорит, повлекший за собой физические изменения мира. Это твое мнение. Большинство людей обезумели. Так, послушаем. Греция, Рим, Древний Египет. Их жертвы сделали наш мир лучше. Так будет и в этот раз. Что такое? Твою мать! Что за мэджик? Мрази. Ладно, продолжаю. Большинство людей обезумели. Стали как бешеные, но мыслящие зомби. Многие вещи изменили свою форму. То, что было жидким, затвердело, а твердое размякло. Оставшиеся в здравомыслии люди, что я встречал, неизбежно погибали. Так, это тоже какое-то дерьмо? Да. Хорошо. То их убьют самым извращенным образом, то они просто испарятся в воздухе прямо на моих глазах. Записка звонка в студию. Не представляйся, не называй свое имя. Эй, я твой фанат, люблю твое шоу, спасибо. У меня вопрос, это нормально, когда ты хочешь свою тетю, которая тебе не родня? На самом деле так вышло, и как бы ей так об этом сказать? Что она очень секси, я не хочу ее застримать, но кажется мне ее соперник... Какое-то дерьмо. Какое-то извращенное дерьмо это было. Нафиг надо такое дочитывать. Так. Я не помню визуальную информацию о моей жизни, что я делал до момента катастрофы, назовем это так. Но остались или проявились некоторые способности, вроде навыков боя и умения мысленно воздействовать на материальный предмет, превращая его в нужную мне вещь. Это требует сильного сосредоточения. Если что-то внешнее будет мне мешать в момент преобразования, ничего не выйдет. Так, сейчас решим, что нам делать. Так, это что? Угу. Сюда. Красивенько. Привет. Так, и где теперь? О. А где? А чё они так далеко? Блин. И как мне до него добраться? Чё вот? На вертолет тогда уж точно. Блин. Так, ну или пока. Давайте сюда. Доп задание возьмем. Так, продолжаю зачитывать. Я еду на автомобиле, джипе, если подробнее, модифицированном, собственным воображением. Выглядит он дьявольски круто. Наполнив его множеством амуниции к тому месту, что зовет меня... А, я еду на автомобиле, да. К тому месту, что зовет меня. Так, сейчас с этой поговорим. У нас отряд на вершине пика Хищника. Если хочешь встретиться с ними, следы начинаются у вышки. Только аккуратнее, там много эдемщиков. Мне нужен
Не знаю, сколько времени понадобится на дорогу, но по ощущениям точно немало. Возможно, тысячи километров. Отличная работа в лагере. Но теперь у нас новая проблема. У нас тут завелась страшная пума. Это необычная зверюга. Вроде один из экспериментов эдемщиков. Живым от нее не уйти. Пуму так сильно накачали блажью, что глючить начинает уже на подходе. Я отправила за ней отряд, но они не вернулись. Наверное, они мертвы. Хочу, чтобы ты закончил дело. Но будь начеку. Эта тварь очень опасна и непредсказуема. Ок. Как-нибудь буду мимо проходить. Займусь. Так, продолжение. Гражданские должны понять, насколько важно это место. Продолжение прочитано мною будет в следующем ролике. Так что смотрите, если интересно. Слово Иосифа. Вера откроет вам путь в Эдем. У этого алтаря ее жрица подарит вам откровение Иосифа. Угу. Славно. Ладно, буду продолжать читать вам в 20... Ну, это вдохновляющие цитаты. Великих людей. Родители отправляли меня сюда каждое лето. Я им был не нужен. Гонясь за недостижимым, мы совершаем невозможное. Истинное назначение человека – жить, а не существовать. Джек Лондон. Спасибо за помощь в тюрьме. Нахрен права авторские. Так, где они? А, вот они. Все ближе и ближе. Но я стал дальше. Так, ну придется реально твой вертолет приобрести. Пока не пожжем цветы, не хотя бы тот мелкий. Тот, кто щеголяет эрудицией или ученостью, не имеет ни того, ни другого. Эрнест Хемингуэй. Я действительно такое замечал. У меня есть верных 6 слуг. Я им обязан всем. Их имена кто, почему, когда, что, где и как. Редьярд Киплинг. Право на глупость – одна из гарантий свободного развития личности. Марк Твен. Иногда мне так не хочется, чтобы эта война заканчивалась. Потому что... А что потом? Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека. Стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно. Фёдор Достоевский. Никогда не указывайте на ошибки, если не знаете, как их исправить. Бернард Шоу. Ту-ру-ру. Мысль – начало всего. И мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования – работать над мыслями. Лев Толстой. Давай, жми на газ. Можно передохнуть. Все, погнали. Мотай, смотри! То, что меня не убивает, делает меня сильнее. Фридрих Ницше. А что это тут за пикничок такой, ребята, у вас? Ну-ка. О, твою мать! Ёбаный медведь. Да все, я разобрался, что делать. Не верь глазам своим. В шахте здоровья старого никогда. Брайта Уордена эдемщики устроили заначку. Оружие, боеприпасы, все, что нам нужно.
Поскольку у нас явный дефицит и того, и другого, пусть делятся. Ты вроде не похож на сектанта. Этого не может быть. Навыки важнее удачи. Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты весь мир. Габриэль Гарсия Маркес. Это действительно так. Для меня моя девушка – мой мир. Отец был моим миром, который безвозвратно разрушен, ибо он мертв. Так. Ну и брат был. Также моим миром. Надеюсь, сводишь ты лучше, чем стреляешь. Шутка. Я только учусь общаться. Теперь эти миры исчезли. И мой личный мир как-то потускнел. Нас тут полно всех удач, и мы им явно не нравимся. Скорее он канул во тьму. Теперь лишь редкие вспышки света. Поехали. Какой-то радости или счастья. На мгновение озаряет эту тьму. Она расступается, и в эти мгновения я живу. Я еще жива. Но тьма вновь сгущается. И жизнь прекращает меня радовать. Ну и все такое, все прочее, все такое дерьмо, да. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Так, я решил как разобраться с этими чертами. Так как оружия у нас нет, эти придурки стрелять не могут. Да, хорошо, что у нас есть летчик. Некрай. Рай. Ник. Нет, Некрай же. Некрай. Буду его направлять, он будет за меня всю работу делать. Вот так-то. Так-то ловко. Я прям какой-то чиновник или правитель. Да. Правительство просто сидит на своих жопах, а другие за них делают все, всю работу, вообще все. Все, абсолютно все. Их еще при этом и любят. Молодцы. Молодцы. Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы. Джон Леннон. Цель жизни — поиск совершенства. А задача каждого из нас – максимально приблизить его проявление в самом себе. Ричард Бах. Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие умы обсуждают людей. Элеонора Рузвельт. И это действительно так. Далее, в моменты скуки, буду зачитывать вам 35 провокационных цитат Чака Паланика. Например, такое. От того, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином. Вроде это из бойцовского клуба. Не, ну точно, да, оттуда. Так, ну вот, Ник справляется. Только надо ждать, когда он там перезарядится. Лишь бы еще метко попадал. Люди, которые не пьют, не курят, никогда не матерятся и не говорят о сексе, вызывают у меня какие-то подозрения. Уверен, по ночам они разделывают трупы маленьких детей или еще что-то в этом роде. Из произведения «Уцелевший» Чака Паланика. Вот такое мнение у него о таких людях. И да, возможно, я с ним солидарен. Ну, во всех, конечно, случаях. Ну, наверняка в большинстве. Поколение за поколениями люди работают на ненавистных работах только для того, чтобы иметь возможность купить то, что им не нужно. Бойцовский клуб.
четко как. Мастер, мастер. С этим разобрались, 1500 дали. Так уж много, надо еще сколько там, нам где-то 4 надо. 4000. Чтобы купить вертолетики, мы будем размачивать всех с высоты полета. Птичьи ба. Так, там что за избушка? Враг вызвал подкрепление. Да иди в жопу. Главный вопрос, который теперь задают себе люди, это не в чем смысл существования. А это откуда эта цитата? Ну, главный вопрос, который нам задают теперь, откуда эта цитата? Уцелевший. Так, кто там? Сейчас... Сейчас я к тебе вернусь. Так, молодец, отсдох. Ты тоже не заставил меня долго ждать. Умница. Тебя освобождаем в кустике. А, ну ты там. Говорят, эдемщики хранят тонны припасов в Серной пещере. Не знаю, оружие они прячут или наркоту, но это место для них очень важно. Сыкнуть присела. Береги себя, ладно? Порой лучший способ борьбы с дерьмом – это отказ от убеждения, что ты – большая ценность. Невидимки. Кстати, это мой любимый писатель, да. Я старался писать в этом же примерно стиле. Он писал, пишет он. Искусство рождается только от горя и никогда от радости. Удушье. Ну да, верно. У меня так же. Если можно мое произведение назвать искусством. Вера откроет вам путь в Эдем. Ну да, вместе мы вернемся в райский сад, Лоу и Иосиф. Это я уже читал. Кто-то меня очерняет. Маршал? Маршал, это ты? Маршал, твою мать! Его найдут, и он понесет наказание. Че, че с башкой? Уверяю вас, что ничто не угрожает ни братам Эдема, ни семье. Капец. Я, наконец, постиг вашу высшую цель. Что ты творишь? Все должны пройти по пути. Ясно. Тотальная прочистка мозгов. Абсолютное одурманивание. Ну, это как бы в скором, наверное, времени большинство таких людей, ну, людей таких будет. Не, они уже есть. Только они не к сектам. Да и все секты вообще, все что, не знаю. Если больше там 5 человек там во что-то там верят или за что-то там бьются, я не знаю, это уже секта. Ну, как бы все секта. А что такое секта? Ух ты, ёп! Секта — это просто безумная вера. Ой, это группа людей, которые безумно верят в какую-нибудь чушь. Не подкрепленная ни фактами, там, ничем, ни знаниями, ну, вообще ничем.